Всем привет! Сегодня у нас 4 мая, 9 мая, блин, да заколебался я уже который раз. 4 июня 2023 года, воскресенье, 14:30 время, Пионерский проспект, уже на подъезде к Анапе. Вот хочу, у меня сейчас мысль пойти обзор центрального пляжа сделать и пляжа возле реки Анапки, а также посмотреть пляжный волейбол, чемпионат России среди девушек. Второй год подряд он идет, поэтому вот такие мысли. Ну и что будет еще интересно, еще и все покажу. Так, ну вот запарковал машину сзади магазина «Перекресток» и через речку Анапка уже и пойду непосредственно к пляжу. Колесо обозрения крутится. На американских горках только что заезд состоялся, а вот речка Анапка. Вот так она течет в Анапку. В Анапку и в Черное море. Багидром. Так. Видите, сразу как народу прибавилось. Вот такие розочки красивые. Люблю розы в Анапе. Поэтому всегда с удовольствием снимаю и показываю. Так, ну что, арка Фатини, вот вдоль Анапки мимо нее идти, и слева там будет сейчас пляжный волейбол, гандбол должны играть девчонки, ну и заодно пляж посмотрим. Витязева я вам вчера показал, но сейчас здесь посмотрим, что творится. Мне даже интересно центральный пляж, смотрите, на той стороне ни одного рыбака, а здесь только рыбаков. Плотненько стоят. Наверное, что-то клюет. Ну и арочка с Фатини, с крылатыми конями. О, американские горки опять поперли. Вот видите. Приехали отдыхающие с кэшем, и жизнь забурлила в Анапе Витязева. Курорт просыпается, то ли еще будет в июле и в августе. Самая популярная еда – это мороженое, а самый популярный напиток – это пиво. Вот еще какие розочки. А, смотрите, какие. Так, ну вот вход на пляж. Бар палуба заработал. Пилинг, можно пошпилиться. Акция 5 минут 150 рублей. Вообще, знаете, как старейший. И ранее же это же. Видите, можете. Это же аттракцион, поймай рыбу пальцем ноги. Конечно, призывы. За 150 рублей. Вот такой пилинг можете. Сейчас ноги сидят. Так что будет пилинг, будет шпилинг. Так, ну что, пойдемте. Играют там гандбол, девчонки. Так, ну и потом пляж, а сейчас пойдемте гандбол посмотрим. Так, ну что, пойдемте вам Анапу покажу. Смотрите, как
Девочка на круг села, ее течение прям в море несет. Извиняюсь. Интересная забава. Прям ветер такой оттуда дует в сторону моря, сильные течения. И прям хоп-хоп и выплыло. Ну вот так дети любят Анапку. О чистоте воды вы можете судить непосредственно по видео. Ворона искупалась. Так, ну что? Такое течение. Вот так уже отдыхающих. С каждым днем все прибавляется и прибавляется. Дети даже рыбу видят, все ее заносит. Так она вытекает, она в море. Так, ну что, прогуляюсь по берегу до центрального пляжа, до лаунж-зоны. Видите, как купающихся немного, плюс 19 градусов, водичка. Чистота чистая. Мочит ножки. Прям прозрачненькая водичка. Не удается снимать непрерывно видео. Звонки идут постепенно от отдыхающих. Сезон раскочегаривается. Ну, подошел я до пьеса, причала, как хотите его называйте. Ну, пойдемте по нему зайдем. Видите, наконец-то здесь новый настил сделали. Цивильно все. Хоть глаз радуется. Ну и чистенькое море. Видите, вход на причал запрещен. Только к те на морские прогулки заходят. Пляж на море. Спасибо. Так, ну и вот уже подхожу к центральному пляжу. К лаунж-зоне, надписью «Море и качели». Сейчас посмотрим информацию, пункт спасателей. На этом нету по температуре воздуха воды. Ну а на том всегда была, сейчас посмотрим, заполняется, нет, там пишется это все для интереса. Так, практически зашел, но сейчас, как я обещал, информацию по спасателям медпункт. Четвертое, 06, 15-14 время. Ну и вот видите, температура воды 19, температура воздуха 24, штиль, скорость ветра 7 метров в секунду. Ну, оказание первой помощи тонувшему, тонувшему. Ну, тонущему я еще понимаю, но утонувшему. Вот если он уже утонул, там, наверное, помощь не особо потребуется. Ну, вот видите, все в Анапе вот такие вот надувные горки практикуются до сих пор.
Мне кажется, уже везде отмирают этот вчерашний день. Ну и вот сама лаунж-зона и центральный пляж. Надпись «Море», «Качелька». Ну, здесь, видите, уже плотно сидят. Качели пользуются популярностью и спросом. Так. Ну и что? Лаунж-зону глянуть. Вот облака, солнышко то выглядывает, то скрывается, когда скрывается ветерочек, не очень приятный. Это, собственно, есть лаунж-зона. Вот здесь у нас фильмы идут на свежем воздухе у моря. Бесплатно. Мы пойдемте программу, посмотрим, что там в ближайшее время есть. Ну и по-прежнему только фильмы. Так, первый день защиты детей. 10-го. Фильм. Ну, одни фильмы, мероприятий сильно никаких нету. Можете остановить, посмотреть, какие фильмы показывают. Так, ну теперь сзади пляжа пойду. Чебуречная, Пенная, 0 рублей. Это лечебный пляж санатория Анапа. Подписчик мой Даниил знает, он там отдыхал не раз. Смотрите, калиточка все закрывается, охранник. Все как положено. Вот такой пляж санатория Анапа. Даниил, передавай привет вот этому пляжу. Душ, туалет, все есть, центральный пляж. Ну и вот делают массаж. Иди пока, да? Видите, как массаж спины. Вот такие массажи делают профессиональные люди. Массаж спины, наверное, называется. Что? Да? Так что... Кафе пока пустое все. Основная масса еще раскачивается. Вот видите, еще один душ-туалет открыто. Переодевалки. Вот такие кустарники. Красиво оформлено такого. В прошлом году опять же не было. Реклама Додо Пиццы. Видите, есть специальные переодевалки для людей с ограниченными возможностями, для инвалидов. Специальный вот такой душ есть. Вот, то есть чуть-чуть инфраструктура развивается, камера хранения, 100 рублей в день. Вот тут лежачки дешевле стоят, чем у моря. Так, сейчас мы здесь. В прошлом году, вот там, где Гребенская, они по 100 рублей были. 150, 100 там, а рядом 100, другие 150, а здесь еще, здесь камера, прокат лежачка 250, не промахнуться. Так, ну что-то здесь какая-то тусовка образовалась, обратно иду, мимо причала. Здесь молодежь тащится под музыку. Вот так.
Так, друзья, на сегодня я заканчиваю обзор центрального пляжа Анапы, пляжа возле реки Анапки. Всем хорошего дня, хорошего лета, хорошего отдыха. Все на юга, все в Краснодарский край. А мы топим за Витязева. Welcome to Витязева Village. Всем пока-пока. Чао.